Верни Владлен, главное военное шоу страны. И сегодня пришла такая радостная новость о том, что под Бахмутом утилизирован петух с позывным Маджахед. Да, это какой-то белорусский шизик, который то был нацистом, то игиловцем. Вообще этим оба течения я напрямую связываю с латентным гомосексуализмом, а иногда и с открытым, как это было в случае с Маджахедом.